Одесса, 3 июля. Оперативное командование Юг сообщило, что поздно вечером 2 июля с истребителя Су-30 враг ударил по Белгород-Днестровскому району Одесской области ракетой Х-31. Она попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному.